И напоследок о событии, которое, надеемся, важно не только для нас, но и для вас. Сегодня, 12 ноября, исполнилось 3 года, как на канале Ника Плюс появились постоянные ежедневные новости. Вспомните вместе с нами минувшие дни, а заодно обратите внимание, что наша служба хоть и видна, но тем не менее и опасна, и трудна. И о погоде на завтра, среду, 13 ноября. Будет облачно, с прояснениями, небольшие осадки. Температура воздуха днем около 0, ночью минус 2, плюс 3. Всего доброго, до встречи. Смотрите международные новости.